Снимок, на котором видны обломки самолета, показывает, что Ту заходил на посадку левее правильного курса, то есть мимо полосы. Пилоты это заметили только, когда увидели землю. Он понял, что здесь нет полосы, а он ее ждал, вот именно в этом месте. Он ждал и думал, что здесь полоса. Почему он здесь был, непонятно. Военный пилот Александр Коромчик видел, как заходил на посадку самолет Леха Качинского. По обломанным деревьям можно практически с точностью до сантиметров понять, как самолет терял и набирал высоту. Президентский борт шел ниже глиссады. Возможно, экипаж этого не замечал. Корпусом он начал цеплять верхушки деревьев и даже кусты. Самая низкая отметка полета – 2,5 метра. Шасси как ножом срезало тонкую березку. В этот момент летчики все поняли. Взяли штурвал на себя, перешли во взлетный режим и могли быть спасены. Но левым крылом на высоте 4 метра Ту-154 задел толстую березу. Практически этот удар решил судьбу самолета. Он практически нарушил всю конструкцию фюзеляжа. Удар крылом о дерево привел к тому, что произошел надлом крыла. И дальше самолет уходил по прямой, но уже в невыправляемом полете.